Работаем, парни, работаем, дыхание. Сегодня тренировка не в полном составе. Обычно здесь закаляются характеры не только парней, но и девушек. В клубе спортивной борьбы «Богатырь» занимается порядка 80 человек от 6 до 19 лет. Дети из непростых семей тренируются бесплатно. За 20-летнюю историю клуб выпустил десятки бойцов. Не все стали спортсменами, да и это здесь не главное. Нас не интересует ни медали, ни чемпионство. Нам интересует одно, чтобы он вышел с ковра и стал еще более светлым, честным. Вот золотые медали для нас. Этот мемориал на территории школы, где занимаются воспитанники «Богатыря», посвящен двум парням, погибшим в Афганистане. К сожалению, скоро здесь появится еще одна фотография. Недавно клуб потерял своего воспитанника. В ходе спецоперации погиб барнаулец, кадровый военный. Дмитрию не было и 30 лет. Похоронили парня 2 недели назад. Новость о его смерти шокировала весь клуб. Мы все до одного. Даже мысли ни у кого не было. Даже сомнения. Мы готовы защищать свою родину. Все. А у вас какая категория в военкомате? Ну, вот в вашем военном билете. Я не могу об этом, к сожалению, сказать. Но скажу следующее. Всем. Я жду назначения. Если приказ поступит, я сразу вам говорю. Никому я не позавидую. Случаются такие тяжелые времена, когда надо просто пойти за родину. Не за кого-то лично вообще, а просто за всю. Вот, за речку, небо голубое. Это все мое родное, это родина моя. Всех люблю носить я. Стихотворение гимназиста. Специально его прочитал. Я думаю, оно народу понравится. Особенно, кто смотрел «Брат 2». Это мне лично нравится. Игорь Головач очень встревожен тем, что сейчас происходит между двумя странами. Тем более сейчас в спецоперации принимает участие еще один воспитанник клуба. Игорь уверен и даже гарантирует, что российская армия вернется с победой. Тех, кто сегодня покинул страну, не осуждает и призывает вернуться. Наши деды тоже в 41-м маленько подиспугались. Ну ничего, пришли, ё-моё, и победили непобедимую фашистскую сволочь. Ребята, возвращайтесь, я просто вас прошу, возвращайтесь. Никто вас не упрекнет, ничего не скажет. Вы сейчас нужны здесь. Никто вас не осудит, ничего. Если что-то надо, прям ко мне обращайтесь, я чем могу помочь. Господь Бог помогает тем, кто помогает другим. Вы чем заметны, если так все складывается? Помогайте друг другу. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.